85% ишимских подростков хотят работать летом. Таковы результаты опроса, проведенного в городе в мае-апреле этого года, сообщает пресс-центр администрации города. Согласно ему, 38% подростков привлекает заработная плата, 35% нравится результат своего труда. Еще 17% ребят рады, что у них есть возможность общаться со сверстниками. Развлекательные мероприятия, организованные во время трудовой смены, устраивают еще 10% молодых людей. Добавим, что всего за 2012 год в Ишиме будет трудоустроено почти 1500 человек. За лето свои трудовые навыки продемонстрируют 890 подростков. Зарплата при трехчасовом рабочем дне в каникулярное время составит 2800 рублей. Плюс еще 997 рублей составит доплата от Центра занятости населения. По вопросам трудоустройства несовершеннолетних в летний период можно обращаться в Центр развития по телефону 216-97.